Очень вкусный салат куртизанка можно готовить по-разному, в виде смешанного салата, слоеного или порционно, как салат-коктейль. Как видно из пошаговой инструкции, готовить такой салат очень просто и быстро. А вот результат вас точно порадует. Копченая куриная грудка, 200 грамм. Помидор, 1 штука. Болгарский перец, 0,5 штуки. Крабовые палочки, 100 грамм. Грецкий орех, 20-25 грамм. Чеснок, 2 зубчика. Соль, 1 щепотка, по желанию. Майонез, 50 грамм. Количество порций, 2. Подготовьте ингредиенты. Копченую куриную грудку нарежьте мелким кубиком. Кубиком порежьте болгарский перец. Кубиком порежьте крабовые палочки. Из помидора чайной ложкой удалите сок с семечками и порежьте кубиком. Из чеснока удалите сердцевину и измельчите. Измельченный чеснок добавьте к помидорам. Ядра грецких орехов положите в пакет и измельчите с помощью скалки или молоточка для отбивания мяса. Соберите салат в индивидуальных бокалах-салатниках, нижним слоем выложите курицу, сделайте прослойку из майонеза. Следующим слоем выложите помидоры и майонез. Далее крабовые палочки и майонез. Далее болгарский перец и майонез. Украсьте верх салата ореховой крошкой, цельным ядром ореха и измельченной зеленью.